Отже, друзі, повертаємося до вас. Вже спілкуємося з нашим ринковим гостем. Зовсім скоро і ви почуєте нашу розмову. Зараз величезна проблема в Україні, в Чернігові, в Києві, у Львові, нещодавно в Миколаєві. Були новинні звіти від журналістів про те, що на дітей після того, як вони повертаються зі школи, нападають чи то дорослі, чи їхні однолітки, відбирають гроші. А були також випадки у Львові та Києві, коли ще й пропадала дитина. Тому як навчити свою дитину охороняти самого себе, оберігати самого себе, розкаже наш ринковий гість, який досить добре цю тему знає, ну і, звичайно ж, уже миколаївських дітлахів навчає самообороні. Радий представити гостя нашої студії, інструктора з Крав Мага Сергія Учня. Доброго ранку вам. Доброго. Дякую, що ви з нами. І так, дійсно є ця проблема, але в будь-якому випадку, мабуть, кожному, починаючи з маленького, завершуючи дорослим, варто знати, як себе обороняти і як себе захистити. Минулого разу, минулого ефіру, до речі, друзі, якщо ви пропустили, в Ютубі можете переглянути цю розмову. Ми говорили про те, як оборонятися дорослій людині. На мені там показували також з асистентом. Сьогодні поговоримо все ж таки про дітлахів. З якого віку можна розпочинати взагалі заняття самообороною і пояснювати дитині, і вона буде розуміти, що воно і до чого, і як? Починати ми можемо, в принципі, з будь-якого віку, тому що будь-який ребенок, будь-який як дорослий чоловік має право на собственну защиту. Тому, виходя на вулицю або перебуває вдома, ми, звісно ж, хочемо перше, що мати, це безпечність. Тому ми займаємося з дітьми, починає, наверное, 4-летнего возраста. Угу. То есть 4 года как бы можно уже ребенку научить, объяснить, и ребенок будет знать эти все основы. Да, смотрите, ребенок, как правило, живет играми, ролевыми играми, сценочками. То есть мы не можем им рассказывать, там, заучи, пожалуйста, правила 1, 2, 3, 4, 5, как угу. поступать. Это все советы и рекомендации. Мы пытаемся в них разбудить их инстинкты, проиграть с ними, чтобы это забилось в подсознание еще в том раннем возрасте, с кем можно развивать, с кем нельзя, кому можно прийти на помощь, кому следовать отказать. То есть, скажем так, с детства формируем вот те привычки, которые потом будут на всю жизнь, полезные привычки. Совершенно верно. Если мы говорим, да, о детях, у нас есть, кстати, фотографии, как они занимаются, если честно, много эмоций у них, вот сейчас видят и наши телезрители. Вообще, насколько долго, на как долго их хватает по времени? Или... Тренировки проходят порядка 45 минут. Мы активно переключаемся с вида деятельности как вот шумного и кричащего, и так, чтобы соседи приходили, попросили быть нас потише, так и до спокойных бесед, и пытаемся учить их вплоть до того, у какого дяди можно взять конфетку, а кому надо сказать, мама не разрешает. То есть вот такие как бы советы тоже есть. Используете в обучении какие вот, я вижу там приспособления определенные есть, что это такое? Да, это называется нутлы, это мягкие палки, они используются в основном в акваэробике для поддержания плавания. Мы их используем, потому что они безопасны, они интересны, дети с удовольствием берут их в руки. Бегают, гоняют друг друга, общий физически развивается. Угу. То есть в нашем детстве были палки и игры в казаков, а сейчас, да? В данном контексте мы не ставим эти палочки как техническое средство, это скорее попытка разбудить в них естественные реакции. А вот за этот период, когда проходят вот эти курсы для детей, да, насколько это популярно сейчас среди родителей и, скажем так, какую мотивацию все-таки ставят себе родители? Смотрите, данные курсы мы организовали в Николаевском обществе детской культуры в рамках программы «Волонтер». Было очень интересно наблюдать, так как у нас сформированы две группы, как детская, так и взрослая. Mm-hmm. Что было интересно мне, потому что некоторые дети пришли заниматься только потому, что занимаются их родители, папа и мама. То есть это семейное уже. Совершенно верно. А вот некоторые родители пришли заниматься только после того, как увидели, как занимаются их дети. Им тоже стало интересно, они тоже стали вместе заниматься. А если мы говорим, да, вот об этих занятиях, то когда и во сколько, скажем так, можно приобщиться к вашим занятиям? И набирается ли сейчас группа, или это вот набрали и работаете с определенными? Занятия проходят в Николаевском обществе юридической культуры. У нас создана группа, которая называется Крав Мага Kids, то есть Крав Мага Дети. Та группа развивается. Мы не ставим цель набрать большую группу, потому что каждому ребенку нужно определить очень много внимания на самом-то деле. В принципе, если обратиться по социальным сетям Николаевского общества детской культуры, либо на страницу Крав Мага Kids в Фейсбуке, я думаю, вам ответят, пригласят на собеседование. Так что, друзья, испытайте шанс научить своего ребенка и себя самообороне, потому что это весьма важная тема на самом деле на сегодня. А вот если говорим да, о курсе обучения, как, за какой период вот ребенок либо взрослый может обучиться этим азам, скажем так, чтобы это уже на автомате было отработано, не просто узнать, услышать и попробовать, чтобы это было точное уже умение. В Крав Мага есть такое правило. Мы пытаемся на каждом занятии,
чтобы ребенок взрослый вышел с каким-то не только определенным знанием и пониманием, но и каким-то определенным навыком. То есть, по сути, каждую тренировку человек для себя приобретает что-то новое, что-то полезное, которое мы в последующем будем закреплять. Поэтому, друзья, вот видите, уже есть пример в Николаеве. Это целые семьи, которые занимаются самообороной, обучаются этому. Я хочу только представить, как у них проходит досуг вечером вместе. Думаю, что тренировки продолжаются и дома. Происходит очень шумно смотреть. Дело в том, что мы не можем говорить о детях, как о полноценной самозащите, по той причине, что ребенок – это ребенок. 20 килограмм веса – это дитё, оно доброе. И этим, к сожалению, пользуются те мошенники и уголовный элемент, который пытается обмануть. Вот если мы говорим о правилах безопасности, то, к сожалению, это все, как правило, происходит не столько силой, сколько мошенничеством. Поэтому мы пытаемся детей с самого начала, с первой же тренировки, объяснить, что такое хорошо, что такое плохо. По сути, это большой семейный клуб. Поэтому, да, на самом деле, вот работа с детьми, вот в этом, наверное, и специфика работы, потому что как бы ребенок через себя взрослого дядю не перебросит, будет весьма сложновато. Если мы, да, вот говорим о таком формате обучения, то есть у вас происходит это как какая-то лекция или отдельное занятие, или это все в ходе уже? Да, это все в ходе этого процесса, мы говорим, мы много беседуем, общаемся с родителями, потому что ребенок, который проживает в полноценной семье, где его любят, где его дома ждут, где о нем беспокоятся, где папа, мама всегда по приходу расспросит, расскажет, ребенок поделится, что с ним произошло в течение дня. Как правило, таких проблем не бывает. Если ребенок вышел из дома, значит, родители должны знать, во сколько он придет, где он пребывает, когда он находится. Конечно, если ребенок брошен в семье, мы имеем проблему уличных детей. Ни родители не контролируют, ни дети не хотят говорить родителям, с кем они дружат, как они дружат. Ведь на детей влияет не сколько семья, сколько окружающая среда. Школа, секции, знакомые, взрослые знакомые. Так что, друзья, приобщайтесь. Еще раз напоминаю, что есть в Фейсбуке группа Кромага Kids, да? Кромага Kids Николаев. Так что смотрите, что может, если заинтересует вас либо вашего ребенка, приобщайтесь. Вот такие яркие эмоции дарят дети во время занятий. Поэтому взаимообмен, скажем так, позитивом, ну и, конечно же, полезная информация как для вас, так и для вашего ребенка. Формируйте полезные привычки с детства. Вам спасибо большое за то, что сегодня пришли к нам в студию, проанонсировали то, что есть возможность такая у Николаевцев. Приобщайтесь, друзья. Еще раз акцентирую вам внимание на этом и еще раз напоминаю.